Эпизод пятый, ребята. Вторжение, часть реликт. Моррисон должен быть где-то здесь. Будьте настороже. Так, этот точно. гад не должен улизнуть. Я постараюсь его найти. Это стопудово. Никуда он от нас не денется. Мы что, зря федеральная... Похоже, у наемников есть база где-то в твоем районе. Найди ее. Понял. Что-то напоминает локация Rainbow Six Vegas. Даже если все провалится в ад, работа должна быть сделана. Я хочу знать, кто эти наемники, чего они хотят и кто им платит. Сделаем, сэр, сделаем, не переживайте. Что это такое? Так, вентиль не работает. Так, активировали. Еще я открыл, я даже. Привет. Ой. Да. Называется поздоровайся, да? Все пропали. И решетка сломана. Ну? Клоны снова зашевелились. Я вижу. Ничего не понимаю. Забудь, разберемся. То, что они зашли вместе, мы видим прекрасно. Все? А, еще герои идут. Нашли же, подлетели. Ну-ка.
Все. Успокоились. Друзья мои лучшие. Так, а теперь нам нужно подняться, наверное, наверх. Или куда-нибудь тут. Куда вообще попал-то? А, ну сюда давай. Отлично, идем. Здравствуйте. Здорово, парни. Какие вопросы? Может, на них забить? Просто да и все эти дальше. Нахер они нужны? Надо догонят. Не надо, пускай там дальше сидят. Мы, ребята, скромные. Себе лишнее внимание. Да блять! Да возьми ты уже эту гранату-то, ё, твою мать, братан. Все, валим. Пошли они в жопу все. Не хочу на них свое время тратить. Ё-моё. А-а-а! Кенты мои. Любимые друзья. Куда это все дриснули-то, а? Ну-ка, открывай! Лависта, бэйби. Давай. Next. Чё вы со спины-то все как эти-то? Ой, хорош, хорош, хорош. А, ворота не открываются, да? Так не прокатит. Ну чё вы? Куда срулили-то? Эй! Никакого спокойствия, да? Ну, не дает мне жить. А что, замок ломается, да? Ну, закрывай нахер эту дверь, все, валим. Пошли они в жопу. Что опять? Давай. Не хочу я туда. Отстань. А-а-а! Сейчас сгорим. Вот эти моменты, конечно, порой неинтересны вот. Это все упал куда-то там в кровь, в какой-то там объект, там куда-то в другое здание переместился. Ну, это интересно, реально. Вот. Вся эта тема вот. Не люблю я этого. Не нравится мне всякая херь. Открывай, сука. Пакстон, ты что ли? А, нет.
Сэндл. Перемещение. Нам сюда? Нет. Хотя, наверное, он туда. Здорово! Так, забить. Пошел. Стоило их всех убивать. Ну, поубивал их дальше. Может, этого не надо было делать? Не ясно пока, что было. Ну да, не нужно было их убивать. Там дверь стоит. Надо было просто подняться по этой лестнице и свалить от них. Просто уже все. Ну, устаешь от этого вот однообразия, что ты идешь, стреляешь, что-то убиваешь кого-то. А по факту-то уже не вызывает никакой ностальгии-то. Что-то пострелял, прошел, поговорил, ушел, все. Вся игра вот эта. Контроль, у нас одна цель, как поняли. Вас поняли, одна цель. Одна цель, не вижу преград, да? Давай.
Все? Теперь куда? Наверное, вот та дверь уже сейчас откроется, да? До этого же она по-любому была закрыта.